В актовом зале Бендерской городской библиотеки 24 марта состоялось торжественное открытие недели литературы и искусства для детей и юношества, посвященное юбилею авторских сказок. И даром люди любят сказку, ведь сказка тем и хороша, в ней счастливую развязку уже предчувствует душа. На мероприятии учеников 3-х и 4-х классов 2-й железнодорожной школы ознакомились с интересными эпизодами творчества великих авторов и поэтов классических детских произведений. Школьникам рассказали о том, что книга «Алиса в стране чудес», автором которой является Льюис Кэрролл, была написана в 1864 году в подарок для Алисы Лидл, дочери друга Кэрролла. А маленькому мальчику Алёше отец подарил книгу итальянского писателя Карло Колоди «Пиноккио». Она понравилась малышу, но вскоре он ее потерял. Алексей не унывал и не стал просить отца купить ее снова, а написал новую на свой лад. Так появилась на свет известная детская сказка «Золотой ключик» о приключениях Буратино. Кроме этого, ребятам рассказали много интересного о приключениях Винни-Пуха, Чиполлино и, конечно же, гениального выдумщика барона Мюнхгаузена. Конечно, самое главное – это популяризировать книгу, потому что книга – это основа всего, основа формирования личности, основа хорошего обучения. И поэтому мы привлекаем детей школьного возраста к нам в библиотеку и рассказываем им о творчестве разных писателей, как наших республиканских, так и писателей России и зарубежных. Ребята остались довольны путешествием в мир героев детских сказок. А неделя литературы и искусства продолжится до 31 марта. Работники библиотеки приглашают всех юных бендерчан на танцевальный серпантин 25 марта в 11:00, а 30-го на детский спектакль в 13:00. Олег Рулин, Алена Бухаткина, Днестр ТВ.